Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Что-то нифига нету. На этой пусто. Ты этот со снегохода слезь, вон туда сядь на ступеньку, чтобы не дуло тебе оттуда со спины. Для Саши плохо попало, у нас, наверное, тоже такая же фигня будет. Что-то смотри, этот ворон-то вчера ершей не склевал всех. Вон ерш торчит вчерашний. Видать, наелся, в другом месте успел. Так, потом пройдусь, закопаю. Тут тоже не чувствую. А нет, есть. По-моему, есть. Да, есть. Что-то не дергает нифига. Ну и есть. А вот, задергал. Маленький китикет. Делай ему отоварку. Ну вот так сбоку прицеливайся, давай. Ага. Че, блин? Давай еще, чтоб рот открыл. Еще. Ерши сегодня будут ночью ждать новогоднего налима. Да? Новогодний налим приплывет и сожрет их. То мороз, то метель. Каждый день меняется погода. Каждый день погода меняется. То мороз, то метель, блин. Когда? Так. Дай-ка палку. Вот, облипла. Что, не мерзнут руки сегодня? Ну ты хоть сегодня изя поймал?
А я упустил. Ну, а тут ерши живые, оставим их. Че, не замерз? Это хорошо. Видео выписываю ему по первое число. Давай. О, с первого раза попал. Вот он заглотил там. Еще есть. Натяжка есть. Натяжка есть. Может, течение прибавилось еще. Вода прибывает. Почему? Еще один же там. О, идет на римчик. Бутылка прямо приплыл. Давай. Еще. Живой, он мне пальцы так покорябает. Еще. О, видишь, рот открыл. Вот так, если его не отоварить, он всю шкуру с пальцев стерет своими зубами. Сегодня ержи в садок останутся еще. Ветер на рыбалке, ведь это самое дерьмовое. Руки мерзнут. На ветру. О, смотри, вон вороны собрались. Видишь, там клюют, сидят что-то. Видать, кто-то что-то там налима снул, его, наверное, выкинули. Я думаю, что их тут нету. И нашего нету, который всегда к нам летает. Тусняк у них там, видать, предновогодний. Тусуются в кучке. Всегда мы тут в надежде на бонус, да? О, есть налим. Опять еле сидит. Иди отоваривай его. Ты должен быть уже готов. О, долби его, там еще есть. Нормально долби. О!
там еще подтягивает. О, дергает. Стандарт сегодня здесь, видал какой? А? Хороший, да? По 3 кг. Хорошень бей, ты чё, Витя? О, что-то даже не заметил, тут еще сидит он. Давай ему. Сейчас, подожди, разверну. О, еще раз. О, порядок. Предновогодний подарок, да, нам сегодня? Пока не чувствую. Не, нету. Банка пришла. Угу. Вот так у нас сегодня, да? Есть маленько удачи. Ай, ёлки-палки, вот. Заглотил. Налим, что ли? Да. Давайте, ёршики, эксплуатируйтесь. Приманивайте. Новогодний бонус. Да, Витя? Ну и как всегда, с вами был канал «Это не диалоги рыбалки», да, Витя? Как всегда, ловля на лима безжалостная. Всех еще раз с наступающим 2017-м. Всем удачи в новом году и здоровья. До встречи, да? На рыбалке уже в 2017 году. Звучит 2017 год, да?